Всем привет. Вот снимал первые гнезда. И вот снимаю теперь последние гнезда. Смотрите, только достал их, правда. Вот такие вот они получаются у нас. Уже шикарные. Вот сейчас я возьму где-то любое можно взять. И вот такое вот получается гнездышко. Вот оно. Видите, я его доставал. Чуть-чуть. Че выгодно их вообще брать. Вот мешок перфликса. Кому интересно, 110 гривен стоит. С такого мешка у меня получилось. Получается, я брал 3 мешка и насчитал 68 гнезд. 60 уже сделано. Вот они. Еще 4. И там 4 стоит заквашенных. Вот мое мнение, что выгодно делать самому гнезда и ставить голубям. Пластмассовое получается гнездо 25 гривен, ну 23, 20 хай. Где есть. А тут выходит с мешка со 110 гривен, получается 20 гнезд берем, в общем. 20 чем-то гнезд. И довольно хорошо. И голубята в них выходят. И вообще. Нема и жучка внутри этого. Так что такое вот мое мнение. Снимал первый и снимаю уже последние. Первые плоховато получались. Вторые вообще шикарно. Уже вторые, третьи пошли нормально. А последние вообще вышли. Классные. Всем спасибо, кто посмотрел меня. Поставил лайк. Прокомментировал. Всем огромное-огромное спасибо, кто меня смотрит. Делайте выводы, можете сами делать.